Всем привет, ребята! Если вам нравится Pixelmon, то ставьте лайк. И не забываем то, что если мы наберем 200 лайков, то новая серия выйдет еще сегодня в 7 часов по Москве, ровно через 9 часов после того, как выйдет эта серия. То есть, если мы наберем 200 лайков за ближайшие пару часов, то новая серия выйдет еще сегодня. Я благодарен вам за каждый лайк, за каждый комментарий, который вы ставите, за то, что вы принимаете активное участие в комментариях и обсуждении нового видео. Но, ребята, не забываем, если вы хотите новую серию, то поставьте лайк, и новая серия еще выйдет сегодня. Всем приятного просмотра. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixelmon. И, ребята, сейчас мы дальше пойдем прокачивать нашу команду, так как в предыдущей серии мы же ее выбрали. Давайте еще раз, ребята, посмотрим. Иви, то есть Флорион, прокачаем ее, ну, где-то через уровень, так, 15, может, чуть-чуть меньше. Потом Желтик, потом Анжелка, ну, Анжела, потом Лапрос, который уже, в принципе, 46 уровень, ему осталось там 4 уровня прокачать. Потом Дрифлон, и потом Джиудуд. Отлично, ребята, я так думаю... В принципе, сейчас ночь уже будет. Ну, ладно. Ребята, знаете, что еще мне сказали, где спавнится Райкваз? Так, ну, в принципе. Она спавнится не там, где мы ее ищем. Она спавнится каких-то те же самых Sunflower Plains, только еще в конце должно быть буква R. Вот такая херня, как и было, вы помните, если вы смотрели, если вы помните... Нет. Да, в принципе, сейчас ночь будет. Как была фигня с Сандилом. То есть мы его обычно ловили в пустыне, но он там не спавнился. То есть не было его там. А он спавнился в какой-то Desert M или R, или... Я уже не помню, какая там буква была, но самое главное, что пустыня одна и та же, только там где-то в какой-то пустыне такая есть местность, где мало воды, и он там спавнится, и всем, чем разли... Вот это... Как это можно сказать? Короче, разница в том, что там обычная пустыня, например, тут обычная пустыня, да? Вот через пару блоков тут уже пустыня с какой-то буквой в конце, и вот он там спавнится. Так же, как и Райкваза, мне сказали, что она тоже так спавнится. Поэтому, ребята, будем потом или искать, или еще что-то. Но сейчас, ребята, нам нужно прокачивать... Нет, не Лапроса. Не Лапроса. Да, в принципе, пока мы прокачаем вот этих всех, то Лапрос уже там будет 50, если не больше даже. Поэтому, ребята, качаем мы желтика. О, как раз. Так, во, Тандерболт. В принципе, нормально. Так, уже парочку уровней. В том смысле, что Лапроса нам, по сути дела, и качать-то не нужно будет. Пока мы прокачаем желтика, пока мы прокачаем кого там, Анжелку, то пока мы еще Джиудуда прокачаем, потому что ему тут, в принципе, тоже нормально будет прокачиваться, потому что у него есть Earthquake. И ему тут как раз нормально будет. Там босс, я вижу, ребята, вижу. То Лапрос у нас уже 60-й будет. Приблизительно так. Это кто вообще? А, ну, Старави, она там улетела, поэтому не будем ее не догонять. То есть, точнее, вообще не будем ее догонять. А, по сути, мы не можем, потому что мы не можем летать. Так. Старли. Тут, ну, 32-й, рискнем. Как думаете? Убьем, если нас перед... Ну, убьем, да. Нас, в принципе, тоже так с двух ударов убивают, но если мы быстрее, то... Так. Ребята, какие ставки? Как прокачаем желтика в этой серии? 50-й будет, как думаете? Я, если честно, не знаю, думаю, что вряд ли, но... Посмотрим, постараемся хотя бы прокачать его к 50-му. Ну, как минимум он должен быть 40-й, да, 42-й где-то. Посмотрим. В принципе, он уже 44-й. О, и уже Джиудуд эволюционирует. Шайни. Ну, чё у вас, ребята, там с каникулами? Начались уже, не начали зимние каникулы? Я то фиг знаю, когда они там начинаются. Когда я учился в школе, то они начинались где-то... Хотя, в принципе, да, где-то таких чисел 6-7 декабря, то есть, по сути дела, они уже должны быть, мне так кажется. Поэтому фиг его знает. Тут праздники, да, еще куча всяких... Оу. Ну, ладно, давай Лапрос. Должно быть всяких там куча праздников, да? Ну, в принципе, смотрите, уже, ребята, какой тут 11 декабря, нифига себе, тут уже 20 дней осталось и Новый год. Как-то время так
проходишь, то это с ума сойти можно. Вам как, ребята, не проходит? То, если честно, мне что-то прям очень. Уже 2015. Только недавно был там, не знаю, 2013, я помню. А то тут уже хренакс, уже 2015, с ума сойти. Так, ладно, вылечимся и давайте дальше, ребята, желтика прокачивать. Ух, ну, конечно. Да, зря я сразу его не поменял. 49 уровень, да, так напали. И... Так, во. Ну, еще скоро тебе на таких 50-х уровней. Ну, давайте еще раз. Опа, и сразу на Лапроса. Лапроса не убьют, он такой большой, поэтому еще и прокачаем вся на нем. Так, тогда, в принципе, и на тебе тоже так можно. Только один раз ударим, посмотрим. Нет, нужно было сразу заменять. Нужно, в принципе, Лапросом тут качаться. Ему вообще ни хрена урона не наносит толком, а он офигеть как наносит. Так. Желтик, ты что-то не умирай так быстро. Давайте тогда Лапросом прокачаемся. Ему уже фигню осталось прокачивать, поэтому... О, ну если ты хилиться будешь, то, конечно, мы тебе фиг убьем. Да. Один хил там сразу на вся жизнь, да? Харе. Прекращай вот это дело. Да ты меня... Слушай. Чувак. Хватит, пожалуйста. У него там как, бесконечные хилы или что? Я просто не догоняю, если честно. Он нас и бьет, и хилится бесконечно. То есть это как? Нормально? Нет? И? Убей. Офигеть, может... Хватит уже, на тебе, зараза. Так, ребята, идем домой. Да харе спавнится. Так, идем домой. Выспимся. Вот этих офигеть пёгров, они или баганутые какие-то, или это, не знаю, ну просто они столько спавнятся, что это... Фиг его знает. Ну, ладно. Так, желтик, ты не успеваешь у нас по графику. У нас график уже, чтобы ты был 50-м конце. Так, что-то я вообще... К концу, вот, серии. А ты что-то не очень. Давай, ты там постарайся хотя бы. Так. Кто там, кто тут? 30-й. Ну, давайте попробуем. Да нет, вот. Во. Во. Отлично. Сразу же вот так. И Лапросом. Ну вот это дофига им урона наносит что-то. Гравеллер, ты его потащишь? Да, в принципе. Так, отлично. Ща. О. Дальше. Желтик, давай. Поднажми немного. Добавь там... скорости или силы, или что там тебе нужно. 29-й. И еще раз. Так. Нужно, ребята, быстро прокачиваться. Быстро, в принципе, вообще прокачивать наши команды. Это уже, если я не ошибаюсь, 12-я команда по счету. Или... Не, вроде 12-я. Поэтому нужно, ребята, как-то еще побыстрее постараться прокачиваться. Что-то ты как-то раньше больше урона наносил, чем сейчас. Или мне кажется. Так. Во, давайте дальше, желтик. Ты какой там? 30-й, ровно 30-й. Вроде, если этого убьем, то будешь 31-м. Ну? Ну? Во. 31-й. Ну, давайте, ребята, еще парочку уровней и уже, ребята... эволюционируем нашу Иви. Так, там кто-то есть. Какой-то не очень большой, но не очень маленький уровень. Во, тебя можно хотя бы попытаться убить. А, да мы тебя уже с двух ударов, если ты нас быстрее не убьешь. Так. Отлично, еще в этого давайте. И там еще один киндер. Я там тренера как раз видел.
Так, во. Да, опять не надо. Ладно. Быстренько на Лапраса. Во. Другое дело. Ну давай, ну попади, ну пожалуйста, ну Лапрас. Во. Там тренер был, но он, похоже, уже проп... А, не, вот он. Сейчас нападем. Так. И вот так. Отлично. Давайте попытаемся тренера убить, какой он там уровень. Фиг его знает. Ну где-то 30 и 100%. Да. Так. Опа. Опа. Во. И еще раз. И еще. Отлично. Все. Кончились покемоны у него. Так. Желтик, 15 уровень. Ну, точнее, 15 уровней тебе осталось. Ну что, ребята, эволюционируем. И. Хотя нет. Это ты ж твою ж. Ты не очень. То есть небольшой уровень. Еще сейчас на тебе. Во, отлично. Иви забираем. И быстренько желтиком, пока тут есть кимберы. На них как раз офигенно прокачиваться. Поэтому. Поэтому. О, желтик уже эволюционирует, отлично. Давай, давай. Быстренько, пока там киллер. Один, два. Там краби еще или это киллер? Нет, краби все-таки. Так. Давай, 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 желтик. Во. Галвантула, офигеть. Так, как тебе там? Во. 3000 опыта. Давай, 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 Ганвел... Охренеть, пока это название, твое имя выскажи, точнее скажешь. Как бы тебя скорочено назвать, ребят, какие-то идейки есть у вас? То есть у нас есть Анжела, у нас есть пылесос, у нас есть капуста, у нас есть... кто там еще? Сало у нас есть, потом улучшенное сало есть, но это, в принципе, один и тот же покемон, только прокачанный. Кто там у нас еще есть? Вроде еще кто-то был, но я уже, если честно, не помню. Фиг его знает. Как бы вот этого Ганвантула охренеть назвать, пока я это скажешь. Так, что бы тут? Во. Я не знаю, ребята. Ганво. Ну, Ганво, да, поняли? Или нет? Ганво. Ну, чуть-чуть, ребята, в голову не идут мысли, как бы тебя назвать. Ганвантула. Офигеть. Так, ну давай еще один удар. И сколько там тебе нужно. Во. Еще один 41. Во. Так. Так, и вот так. И Иви потопала быстренько. Ой, на эволюцию. Иви! Во, давай. Куда ты потопала, а? Ну? Флорион, прокачивайся ты уже. Ушастая. Так, отлично. Вот у нас, ребята, и Флорион есть. Фу, вот он. Так, быстренько Ганвантулу нашу прокачивать дальше. Опа, эволюция за эволюцией. Дрифлюн. Давай, давай. И все, вроде больше там не будет эволюции, мне так кажется. Или там еще кто-то есть. А, ну, ух, точно, нам еще Гравелера эволюционировать, там же с помощью трейд-машины нужно. Ну, ладно, так. Давайте пока что так. И Анжелка, да, еще? Есть у нас. В принципе, Анжелу тут тоже прокачивать нужно будет. Так, тренер, иди-ка ты сюда. Какой-то там уровень. Опа. Опа. Так, как раз уровень ты наш дам. Наш дам. Чё ты такое? Наш дам. Нам дашь. Чё я сказал? Наш дам. Нам дашь. Короче, я последние буквы перепутал двух слов местами. То есть, нам дашь. То есть, дашь нам. Офигеть. Нет. Короче, ребят, я сам запутался. Нам дашь нам. Короче, иди ты нафиг, а. Дашь нам. Дам нам. Так. Вылечим. Давай, желтик, 7 уровней. Давай, давай, давай. Еще быстрее.
Отлично. Так, вот, там вас тоже еще куча. За одну серию, ребята, если мы идем сразу же на остров, мы прокачиваем сразу же нашего электрического к 50 уровню. Что, в принципе, за одну серию. В принципе, то, что тут дофига как много водных покемонов, они большие уровни, и мы их убиваем с пару ударов. Так, 45-й. Так, кто там? Во, ты как раз нормальный. Опа. Опа. Гендвантула. Так, браток. Тебя быстренько. Сакер. Сакер панч. Так. Чё тут? Кто тут? Кто тут ещё? Вижу, вижу, только вот... А, да, не успел я прийти. Во. Не успел прийти, ты сразу в бой вступил. Ну, в этого один покемон был. Офигеть. Так, быстро 46-й, уже еще 4 уровня, ребята, идем мы домой дрыхнуть, потому что, хотя, в принципе, какая там, точнее, сколько там времени, фиг его знает. Ну, почти, там уже ночь будет. Так, давайте быстренько и вот этих поубиваем, потому что ночью кингеры не спавнятся, нам нужно, чтобы там еще хотя бы парочка заспавнилась. Опа. Так, одного убили, этот, ну эти двое в бою. Так, быстро, быстро, быстро. 46-й. Ну, во, 47-й. И, ну, Рапидаша бы убить, тоже было бы нормально, только Лапросом. Во, отлично. Гендвантуля, давай, дальше. Попытаемся до ночи прокачать ему еще. Хотя фиг его знает, сможем ли мы ему еще 2,5 уровня прокачать. Вряд ли. Ну, в принципе, там другие будут покемоны, не только же киллеры. Так. И-ка ты сюда. И все. А, вот, еще один заспанился. И... Как раз за тебя уровень. Во. Так. Там еще. Сейчас тогда не докинули, сейчас перекинули. Так, давай. 1,5. Где? Ну, 29-й. Ну, Чармилион. Айвизавр. Опа. Еще один Айвизавр. Все, отлично. Так, больше никого. И у нас уже, ребята, офигеть, какой уровень. 70 или какой там. Так. Убили. Точнее, ну, выиграли. Все, 49-й. Да, 49-й, ребята. И еще один уровень. Фух. Может, рекорды потом побьем? Фиг его знает. Там два покемона. Какие два покемона? Прокачивать команду за две серии. То есть, если за две серии, то есть... Ну... Не скоро, конечно, но все же. Команду нужно прокачивать. Зачем тогда вообще ловить покемонов, если мы их даже эволюционировать не будем, да? Так. О, там еще один. Только не два покемона, а больше, чтобы нам уровень поднять. Ну, ладно, не два, тогда три, да? Тебя, ну, в принципе, да, тебя мы тоже убьем. Кто еще? И все, уровень. Опять вы спамитесь кучами. Все, ладно, давайте, ребята, быстренько домой. Он как раз 50-й, нам нужно подрыхнуть немного. Опа. Так, 50-й. Лапрас 48-й, Анжелка 32-й. В принципе, сейчас уже Анжелу нам нужно прокачивать, и потом уже Гравеллера. Флорионам, мне кажется, еще очень быстро идти и прокачивать на бишарпах. В принципе, Лапраса уже можно, но Лапраса уже нету смысла. Он уже почти такой, как нам нужно, уровень. Так, ой, чё я. Так, на остров, быстро. Быстро. Ну, во. Фу, так, это сюда. Да, чё я снимаю? Не это же мне нужно. Во, Анжелка. Так, тогда это сюда. Все, ребята.
Точнее, не всю, а продолжаем и прокачивать только Анжелку. Давайте прокачаем, ребята, Анжелу до 40... Какого 40? До 35-го, и хватит, мне так кажется. Ну, бей. Чтобы он не хилился. Во! Так. Какая-то там уже... 33-й. 34-й. Ну... Ух, так, во, отлично. Давайте тогда еще вот этих быстренько и топаем, ребята, уже нафиг. Так, во. И потом, ребята, я говорю, когда уже мы прокачаем всех наших, ну как, не все, конечно, но в общем прокачаем наших покемонов, можно тогда уже, я не знаю, да твою ж. Или новый, да ты что, издеваешься, не успеваю. Или новый сезон делать, или, например, там, я не знаю... Этот продолживать, только уже с обновленной версией. Так, да кто там дубасится? Вы что, с ума сошли тут? Я вас спасу! И тебя. А то застрелить там, дубасится, да дубасится. Так. О, киндеры, идите-ка вы сюда. Так, что-то я, ребята, опять голодный, опять ночь, опять 2 часа, или сколько тут у меня уже сейчас, 2-3 часа ночи, на меня опять жрачка напала. Уже так журчит тут, что... Но, это говорю, ребята, только ночью. Не днем, не знаю, не утром, а ночью. Вот ночью, 3 часа ночи, на меня только вот такая хрень. Жрать. И не хочется жрать ночью, потому что, в принципе, это ночью. Сейчас уже спать нужно, а не жрать идти. Так, давайте тогда еще Анжелке 2 уровня. Она как раз уже 39-й. Лапросы. Да не те. Так, ну давайте еще вот этого киндера. И домой, ребята. Да не вот. О, нормально. Так. Блин, во. Или давайте еще один уровень Анжелки. Так. Кто тут у нас еще есть? Офигеть, ей так и лечиться можно. Ну, конечно, то, что у нее вот эти будут пропадать, ну, в смысле, удары, а так бы, знаете, даже покехил не нужно было бы использовать. А просто вот так, зайти в бой, гигадрейн, энерджи болл, и прокачали. Так, ребята, ну что, давайте домой. Наверное, на этом мы тут закончим. Галвантула уже 51-й, Анжелка 41-й, Лапрос уже 49-й, и Гравелер уже 36-й, хотя мы его, в принципе, не качали уже. Еще они уже. И Флавион 34-й, и Дрифт, блин. Точно, я его не посмотрел. О, 33-й. На нем можно кататься или летать, или что там на нем можно. Но на нем можно кататься, но не летать. Ну, ладно. Пофиг. Ребята, на этом давайте мы тут, в принципе, закончим. Продолжим мы тут, наверное же. Ну, на острове нам же нужно еще прокачаться. На этом, ребята, заканчиваем. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.